На реках республики повысился уровень воды до 10 сантиметров в сутки. 1 мая ледоход на Лене начался в районе Усть-Кута Иркутской области. Однако разрушение льда проходит при крайне низких уровнях воды. По бассейну Лены волна половодья запаздывает на 1,5 недели относительно средних дат. До границы с Якутией остается около 600 километров. Вскрытие реки в районе поселка Витим Ленского района ожидается с 7 по 11 мая. Трансляцию ледовой обстановки в Ленске в режиме реального времени уже можно посмотреть в мобильном приложении «Алмазный край» и на YouTube-канале «Алмазный край Лайф».